ограде встретил нас дождь, но я приложил все свои волшебные усилия, чтобы он превратился в снег. Встречаем Деда Мороза из главного дома Дедов Морозов, из Великого Устюга. Это место, где собрались профессионалы из разных городов нашей страны для того, чтобы оказывать высокотехнологичную помощь нашим пациентам и детям, которых мы сегодня поздравляли, и взрослым. Здесь выполняется более 4000 очень сложных операций. Зимой и летом стройная, зеленая была. Слышки! Спасибо! Спасибо! До свидания! До свидания! Большое спасибо вам, спасибо за вашу работу. Спасибо за заботу о людях. Сейчас мы находимся в кафедральном соборе Кёнигсберга, и специально для нас заиграет орган. Орган звучит почти каждый день. Мы рады всем туристам, гостям города. Вот сейчас у меня, я не знаю, я с трудом слова подбираю после услышанного. Но у вас с Новым годом поздравляю. Вас тоже. Всяческих успехов. Спасибо. А вот здесь похоронен Иммануил Кант, немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии. Итак, друзья, сегодня мы в Кёнигсберге. Современное название этого города, конечно, Калининград. Самая западная точка нашей с вами большой страны. Правда, Вильгельм? Янтарь. Золото Кёнигсберга. Калининград! Отлично! Второе слово будет «поздравляет». И третье слово – это название нашей большой страны. Готовы? Отлично! Умницы!